нам артель, сделали эту баню от и до, под ключ. Очень уютная, очень такая элегантная, в которой такая энергетика, такой запах, что отсюда мне просто не хочется уходить. Прекрасная, а главное, просторная парная. Это наша давняя мечта. Нисколько не жалеем. Всем привет! В этом ролике мы решили разыграть настольную подставку для вина. Участвуйте в розыгрыше. Условия вы узнаете внутри выпуска. Будьте своей мечты, она иногда сбывается. То, что вы видите и увидите сейчас, это наша давняя мечта. Но мы года, наверное, 3 не могли понять, какую мы хотим баню. Идея родилась совершенно неожиданно, увидев на выставке выставочный комплекс артели «Даниил, Макар и братья». Мы поняли, что мы хотим, и приступили. Проблема-то самая большая была в том, что эта баня встала на место очень маленького кусочка земли. Вот этот уголочек, он как бы имел свое назначение. Мы очень переживали, как это все впишется в тот дизайн и те строительные архитектурные проекты, которые у нас уже 20 лет есть. У меня муж все время ругался и так: «О, боже мой, строите какую-то избушку для Бабы-Яги». Но сейчас, мне кажется, нет, это не избушка для Бабы-Яги. Это великолепная банька, очень уютная, очень такая элегантная. Конечно, банька небольшая. У нее всего 60 квадратных метров. Это, ну, по нашим меркам, наверное, маленькая двухкомнатная квартирка. Комната отдыха, в которой очень уютно. А главное, вы знаете, энергетическая. Такая энергетика, такой запах, такой аура, я бы сказала, что отсюда мне просто не хочется уходить. Вот такая прекрасная, а главное, просторная парная. Это уже очень многие идеи, которые даже принципиальная позиция, это моего сына Олега. Вот ему нужна была большая парная, чтобы можно было ни одному, ни двоим, а вот компании зайти, попариться, чтобы было свободно и веничком помахать, и как-то порог развеять. Вот. Поэтому здесь всем очень просторно, комфортно, уютно. Ну что ж, я еще хочу сказать пару слов именно о самом процессе строительства. Вы понимаете, что это достаточно сложная вещь. И на мой взгляд, здесь должно срастись, ну, как минимум 3 вещи. Это огромное желание, это финансовые возможности заказчика, и это, естественно, добросовестная и очень профессиональная строительная компания. Мне очень повезло, потому что все 3 вещи у нас срослись. Мы с артелью сразу появилась огромная симпатия друг к другу. Нисколько не жалеем. Прекрасные ребята. Беляевы братья, и Дима, и Андрей. И хочу сказать особую благодарность и бригадиру, тоже Дмитрий. И всем строителям, которые вложили частичку своего труда и, может быть, даже тоже и любви в это сооружение, начиная от фундамента и заканчивая буквально всем. Нам артель сделали эту баню от и до, под ключ. И вот это понимание, что это тоже их детище, это их объект. И, главное, ответственность колоссальная. И вы знаете, что мне еще очень понравилось? Я нигде не видела строителей, которые бы не брали авансом. Это просто оригинальные ребята. У нас были моменты, когда я звоню, говорю: слушайте, ребята, я вам должна, возьмите деньги. Ой, Наталья Николаевна, нам некогда, потом. Это, вы знаете, это просто, ну, нонсенс, которого, я думаю, что ни один заказчик не может этим похвастаться. Я действительно желаю ребятам хороших, добрых заказчиков, хороших объектов, ну и в будущем хорошей, великолепной работы. Друзья, объявляем конкурс. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео и напишите, какой у вас любимый цвет в интерьере. Нам важны ваши предпочтения. Брюнетки, блондинки или шатенки. Кто вам нравится? И, друзья, объявляем результаты конкурса. Поздравляем победителя. Пишите на наш e-mail youtube@artkela.ru ваш адрес. Отправим вам приз. До скорых встреч. Пока.